шоу, як на справжній спартакіаді, урочисте построєння команд, представлення і своя візитовка. Слышиш крики, слышиш стони, на трапу йдуть батори! А ще не зовсім звичайні назви команд. Батон, оптиміст, золота молодь, але з глибоким сенсом. Ми такі всі золоті. Не старіємо. Не стареем. Золотое сердце, да. Золотые чувства. Поэтому мы самые, наверное, самые-самые золотые. На некалькі годин Любушский лесопарк перетворился у спортгородок. На стежку здоровья вышли 24 команды. Свободу району Могилева огульной колькостью 240 человек. Спрачалися у 12 дисциплинах. От стрельбы по мишеням и дарца до боулинга и блиномета. Сябры по команде активно подрымливали своих. Еще, 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 моя дорогая, еще, еще, еще. Так, так, держать. Удельники стежки здоровья показали и доказали, что еще здольны дать фору молодым. Я думаю, что способны, потому что молодые граждане, некоторые, ленятся. В данном случае, наверное, с приходом возраста они ценят каждый свой день, и они более активно принимают то, что им дает жизнь. На імпровізованих спортивних пляцовках панував добрий настрой, не глядячи на похмурне надвор'я і дощ. Не дивно, для пенсіонерів це мероприємство не просто спортивно-оздоровленче. Це ж просто сказка здесь. Ми зустрічаємося, общаємося, і ці вспоминаємо дитинство своє, а це так цікаво, це ж просто прелесть. Розвлечення, дуже хороший відпочинок, свіжий воздух. И интересно, на что ты способен себя испытать. Отлучиться от всех дел своих домашних и отдохнуть таким образом, участвуя в терапии. Андрей Шляк, Сергей Карпяков, Александр Тарасов, «Новини регион».